Лекцию посвятили веку 20 и 21 столетия назад художники еще размышляли на тему былого обилия на столах, писали богатые завтраки и заваленные дичью столы. Из-за этого изысканного натюрморта остался голодным сам Вертинский. Придя в гости к Осьмеркину, артист понял, что фрукты для художника – объект вдохновения, а лишь потом – еда. Пришедший со временем минимализм на столах отразился и на полотнах. Ужин пролетария, хлеб да селедка, дешевый заменитель мяса. Современные художники воплощают мечты массового потребителя. Пища на их картинах вкусная, но не всегда здоровая. Есть знаменитая скульптура из папье-маше, там других материалов, «Напольный гамбургер» называется, Альденбурга. А есть сейчас современные художники делают ананасы из бетона, пожалуйста. Как бы художники современные не говорили, что они традиции отвергают, что они абсолютно оригинальны, что, так сказать, они наоборот стремятся в будущее, да, но будущее – это всегда и прошлое, и вот классические традиции, они все равно ощутимы, даже в авангарде и постмодерне. В этом году лекции в галерее Дейнеки посвящены теме съедобного-несъедобного. 3 апреля известный искусствовед Наталья Толстая расскажет о предмете как собеседнике.